По всей Франции начались забастовки против предложенной Эммануэлем Макроном пенсионной реформы. В целом в 30 крупных городах на протесты вышло более 800 тысяч человек. Бастуют работники железных дорог, учителя, врачи и авиационные диспетчеры. Все они призывают президента отменить реформу, поскольку она лишит многие профессии пенсионных премий. Также люди будут вынуждены работать больше, чтобы получить полную пенсию. Реформа, как ожидается, сильно скажется на праве выходить на пенсию немного раньше. Сейчас учитывается сокращение средней продолжительности жизни из-за скользящего графика. Я имею в виду, что завтра таможенники с оружием и в униформе будут работать до 60 лет, а в будущем, может, и до 70. В настоящее время на пенсию во Франции выходят в 62 года. Президент предлагает общую систему начисления баллов, в которой будет учитываться каждый рабочий день. Согласно ей, на пенсию французы смогут заработать только к 64 годам. Я не ощущаю особых привилегий, поскольку транспортная компания постоянно ищет сотрудников, но не может найти. А если найти не может, то только потому, что условия не такие уж хорошие. Нам постоянно нужны машинисты. В Париже и некоторых других городах между протестующими и полицией произошли стычки. К демонстрациям также присоединились желтые жилеты. Опросы показывают, что большинство французов считают необходимым провести пенсионную реформу. Однако они также уверены, что нынешние власти с этой задачей не справятся.